Добрый день, друзья! С вами Константин Хмелевский, компания «Тортуга Реал Эстейт», Испания, город Торревьеха. Меня часто спрашивают, при оформлении вида на жительство в Испании обязательно ли иметь жилье в собственности в этой стране или же достаточно годового контракта аренды? Отвечаю, друзья, при оформлении вида на жительство в Испании подходит как одно, так и другое. По моим личным наблюдениям, около 80% россиян, оформляющих ВНЖ Испании, в собственности жилья в этой стране не имеют, а предоставляют в консульство годовой контракт аренды и при этом благополучно получают вид на жительство. Если, друзья, вас интересует возможность легального переезда в Испанию, я рекомендую вам посмотреть на нашем канале сюжет, который называется «Как получить вид на жительство в Испании без больших денег». Ссылку на этот ролик я оставлю в описании под данным видео. Я буду очень признателен, если вы подпишетесь на наш канал. И до новых встреч, друзья! С вами был Константин Хмелевский, компания «Тортуга Реал Эстейт», Испания, город Торревьеха. Поможем вам подобрать недвижимость в Испании или собрать пакет документов для получения вида на жительство.